Всем привет! Сегодня рассмотрим сразу две игры в одной коробке. Это «Ленивец» и «Улетное мемо» от белорусской компании Dream Makers. Правила обоих игр довольно просты и интересны. Они предназначены для детей от 3 лет. Первая игра называется «Ленивец». Для начала перетасуйте колоду и раздайте равное количество карт каждому игроку. Затем найдите у себя парные карты и сбросьте их с руки. Не глядя, вытягивайте карту из колоды соседа. Если у вас получилось найти пару, положите ее перед собой. Игра продолжается, пока все парные карты не окажутся на столе. А тот, кто остался с картой ленивца, считается проигравшим. Вторая игра называется «Улетное мемо». Вам необходимо разложить все карты на столе по одной лицевой стороной вниз. Теперь по очереди переворачивайте по две любые карты и запоминайте, что увидели. Если у вас получилось найти пару, забирайте эти карточки себе. Тот, кто соберет большее количество пар, считается победителем. Веселые и запоминающиеся персонажи на карточках способствуют развитию внимательности, памяти и сообразительности ребенка. В колоде 45 карт. Единственная карта, которая не имеет пары, это «Ленивец». Увлекательные игры для компании от 2 до 4 игроков. Компактный формат позволит вам играть где угодно – на улице, дома или в дороге.